Еще в 80 детсадах Чебоксар откроют дежурные группы. Закрытыми останутся лишь 10 столичных дошкольных учреждений. Сейчас там идет санобработка помещений. Этого пока достаточно, чтобы удовлетворить потребности работающих мам. В таком формате столичные детские сады продолжат работать на протяжении летнего сезона до особого распоряжения. Для направления ребенка в дежурную группу необходимо предоставить справку с места работы обоих родителей и медицинскую справку на ребенка.